Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается РДР 2. Реальная жизнь. И, дорогие друзья, мы спустились с гор, и наконец-то мы нашли городок. Мы сможем помыться, побриться, побрить нашу лошадочку, то есть помыть ее. Ну, грива мне нравится, красуля, обалденно. Здорово, путники! Это РДР 2, реальная жизнь. Мы нашли городок. А мы на окраине городка, здесь есть какая-то мадам, смотри-ка, есть какая-то мадам, можно, знаешь, поздороваться, попросить домой, помыться и пойти в город. Здравствуй, можно ее ограбить, мы, конечно, не будем грабить, мэм, здравствуй, а поговорить с ней. Я здесь не здешний, мне нужно парочку штанов, а поговори с ней. Ну, удачи вам. Ну, понятно, здесь уже есть закон, понимаешь, тут уже грабить ее, зайти домой, это уже преступление будет. И, конечно, я этого не хочу делать. Я хочу просто зайти в город, найти торговца, найти оружие, купить, возможно, что-то. Хотя у меня денег ноль. А денег у меня реально ноль, даже помыться я не смогу, сколько это будет стоить. Но у меня есть шкурка. Давай-ка спускаться вниз. Потому что нужно осмотреть этот городок. Первый наш городок, который мы нашли. Без карты. По табличкам пытались найти. С чем здесь можно поживиться? Понимаешь, магазинчики, это должны быть какие-то вывески. А, конечно, зайдем и выпить. Но на что будем выпивать, я тоже не знаю. Мадам, здравствуйте. Hello, ladies. Молчаливая мадам. А, есть ферма здесь. Здорово. Ферма есть. В чем проблема? У меня нет оружия. Прояви уважение. Какое тебе уважение? Мы не такие выгоняли из города. Он решил меня прогнать. Ну, понятно, я без одежды. Это неприлично. А тут у нас есть местный шериф тоже. Конечно, в каждом городке есть шериф. Но я хочу все-таки, наверное, что-то еще помыться. Где тут одежда? Сейчас что-нибудь посмотрим. Так, вывески. Смотрим по вывескам, понимаешь? А вывески должны быть такие яркие. Потому что... О, шериф! Шерифа я увидел сразу, видишь как? А, магазинчики. Зайдем, посмотрим, что есть интересного. Вот шериф стоит, смотри-ка. Здравствуй, шериф. Вот доктор. Доктор. А, Саум. Можно зайти, конечно, доктору. А, но у меня денег нету. Чтобы зайти, нужна, конечно же, денежка. Что-то потратиться. А, магазинчик. Так, давай-ка привяжем нашу лошадку. А лошадка никуда не денется. Мне нужно найти, знаешь, мясника. Салон. Можно зайти, выпить. Ну, давай зайдем. Возможно, наш вид никому не понравится. Не вздумай что-нибудь выкинуть. Здорово. Здорово, ребята. Здорово. Бабочки, смотри. Артурчик говожопый зашел. Есть что выпить. А, съесть. Давай-ка скушаем. А что у нас есть? Бесплатно? Орешки, что ли? А еще можно скушать. Ну, знаешь, на халяву можно перекусить. А что-то выпить? Есть и выпить. Да, денег ноль, как видишь на экране у нас. Денег ноль, я ничего не выпью. Ну, хорошо, я верну сюда еще. Сколько там стоило? 50 центов? Полдоллара, что ли? Обалдеть. А, ночь. Ночью, конечно, не будет никаких торговцев. Мне нужно где-то переспать, то есть мне нужно поспать, набраться сил. А, погоди, вот этот мясник, походу. Вот этот мясник. Продать! Смотри, я смогу уже что-то продать. Здорово, какой ты грязный. Смотри, сколько у нас всего есть. А, обалдеть. Я смогу все это дело продать. И, конечно, будут у нас деньги. Деньги будут, перья есть. Все продаем. Все продаем, потому что нужны сейчас деньги. Сейчас нужны реально деньги. Деньги надо. Так, это продали. Мясо продаем. Мы, конечно, поохотимся. Мясо будет у нас. Так, это продали. Все, что могли, мы продали. У нас 22 бакса.
вот это да, я разбогател. На Диком Западе 22 бакса, это офигенно. О, включилось освещение, слушай, 22 бакса, мне нужна одежда. Убивать кого-то мне не хочется, видишь, курки как разделываются. Ну, торговец, видно же, торговец. А, пойдем-ка выпьем сейчас. Где моя красуля? Так, это что у нас? Что, можно зайти посмотреть? Оп, здравствуй. Что можно у тебя купить, дорогой друг? Ну-ка, покажи свой товар. А, продать, ну-ка, продадим. Есть что у нас такое не нужно? А есть что-то мы искали, находили, помнишь? Все продаем, всю продаем, мне ничего пока не надо. А, мне нужно просто куски мяса, поохотиться. Мы всегда успеем. 25 баксов. А что у тебя можно купить? Погоди-ка. Достать оружие. Посмотреть каталог. О, то, что нужно. Здорово. Смотри, зашли. А есть боеприпас. Охот, рыбалка, уход за лошадью. Одежда. Одежда, одежда. А костюмы, шляпы. Так, так, шляпа, рубашки. Что у тебя самое дешевое, друг мой? Сапоги. Да. В первую очередь мы выбираем сапожки. 4. Погоди, это штаны же, штаны. А сколько? 3 бакса или 13 баксов? А следующую страничку. 14, 24, слушай, друг мой. Они дофига ли стоят все эти сапожки? А мне кажется, дофига стоят 26 баксов. 29 баксов. Перчатки 7 баксов. Я думаю, баксов 5 будет там. Тельняшки 5 баксов. Штаны. Что у тебя самое дешевое? Дай мне самое дешевое, потому что я нищеброд. У меня ничего нет такого нормального. Здорово, здорово, конечно же. Погоди. Ну-ка, выйдем отсюда. Мне нужны, конечно, рубашки и штаны какие-нибудь. Самые дешевые. Ну, баксов 5. 6 баксов. 8 баксов. Понятно, дальше пойдет дороже. Ну, давай самое дешевое возьмем. 8 баксов. Нет, дальше дороже. 9 баксов идет. 7 баксов. О, 7 и 8. Ну, в принципе, можно прикупить. Я уже хотя бы, знаешь, одетый чуть-чуть. 4 бакса. Смотри-ка, 4,75. Самое дешевое, мне кажется, я нашел. Городские штаны. Давай берем их. Берем. Смотри, можно переодеться. Так, как это выглядит? Так выглядит. Купить. Покупаю штаны. Ага, купил. Дальше в каталогчик. А что у нас есть еще? Мне надо, конечно же, еще рубашечку. Рубашки. А верхняя одежда. Что есть из верхней одежды? Верхнюю одежду дай-ка мне. 12 баксов, нет, шляпа, 13 баксов шляпа, смотри, самая, походу, дешевая, 13. Сколько рубашка будет стоить? Мне хотя бы, знаешь, приодеться. Так, шляпа у нас, 13 баксов, получается. Сколько там осталось рубашки? Мне осталось 7 баксов, 7 баксов будет рубашка? Да, смотри, покупаем рубашку, все, покупаем, цвет какой? А такую, знаешь, красивенькую. Давай белую. Пускай будет белая. Все, купил рубашечку. И, конечно же, шляпку купить надо. Все, офигенно. Так, шляпа. 13 баксов, а шляпа стоит 12, да? Где она? Где-то шляпка была. 10 баксов. Нет, она мне не нравится. Где та самая была? Та самая. 14. 11 есть. 9 баксов. А где-то шляпка была. Такая, знаешь, симпатичная, такая деревенская. О, вот она. 13 баксов. Как раз, смотри, хватило. Оп. Обалдеть. Давай черненькую. Все, прикупили. И выходим отсюда. Уху, мы переоделись. Ну, дорогие друзья, теперь у нас есть. Теперь у нас есть шляпа, теперь у нас есть рубашечка. И у нас есть, конечно же, у нас нет сапог. Красивых сапог, чтобы, знаешь, так было офигенно. Но хотя бы уже, знаешь, похож на ковбой. А что у нас дальше? У нас ночь. Денег, конечно, у нас практически нет. Что, мой друг, плохо тебе? Фигово тебе, бухать меньше. Пойдем зайдем, возможно, можно с кем-то подраться. А с кем-нибудь, может быть, терки сделать.
Ну, теперь я ковбой. Здорово, здорово, бандиты. Здорово, бандитки. О, какие тут красотки местные. Обалдеть. Ну, реально, дикий запад. Так, тут есть орешки бесплатные. Их можно поесть, понимаешь? Вот можно покрустеть. А, да, поднимается с жизни. Кстати, что, где моя красуля? Как она там поживает? Здорово, мадам! Что новенького? Как работка у нас? Да, сперва нужно пойти помыться, потом уже пойти... Красуля. Красуля. А где моя красуля, кстати? А вот моя красуля стоит на месте. У нас ночь. Понимаешь, ночью не работают магазины. Вот в чем беда. Так, что у нас есть? О, погоди, у меня есть еще шкурка. Ну-ка, красуля, давай-ка глянем. А как это продать? Мы сейчас пойдем, попробуем продадим. А шкурка осталась. Оленя. Ее нужно продать. Кому ее продать? Мяснику? А его уже нету, кстати. Погоди, его уже нету, ушел. Уже стемнело. Так, ну мне шкурка, по идее, нужно сдать куда-то. Ночью я, конечно, не сдам. Можно пойти, знаешь, а куда-нибудь в укромное местечко, недалеко от города, вон там. И там можно переночевать. А то и сделать костерчик. А, конечно, мяса у нас нету, но это не проблема. Это не проблема по мясу. Можно кого-нибудь поймать, конечно же. Нарушать закон мы не будем, ни в коем случае, пока это не надо, пока у нас нет никакого оружия, даже сапог офигенных нету, мы идем ночью маленько на охоту. Во-во, ну, видишь, он там дичь. Давай, красуля, давай, понимай, тяжело тебе с... Ну, мне нужно мясо, мне нужно сейчас что-то перекусить. Тебе я, конечно, чуть позже найду яблочко, а печенюшку какую-нибудь я тебе найду, куплю даже в магазине, там есть какой-то огонь. Там дымок идет, там что-то есть. Но идти туда сейчас я не пойду. Я иду ночью на охоту. О, красота. Где? Где дикие? Дикие животные, там какой-то свет. Там какой-то дымок идет. Я не вижу диких животных здесь. Какие-нибудь животные. Я хочу мясо. Наконец-то, понимаешь, я приоделся. Я убрал свой голый зад. С виду я смогу уже показать, что я человек. У меня есть конь, верный конь мой. Мы пытаемся кого-нибудь поймать. О, вижу. Стадо. Кто там? Давай, моя красуля. Мы кого-нибудь сегодня поймаем, я чувствую. Оп! Поймал, да? Да, даже сбили. Спокойно. Давай, в догонку, рассвет. Красиво, на рассвете. А, охота. Давай, с помощью лассо, понимаешь? Это тебе не просто пих-пах. Это тебе... У-ху! Погоди, где они? Потерял. Слушай, это кто? Олени, как они быстро удирают-то? Промахнулся Артурчик, ну, темновато еще, понимаешь, солнце еще не поднялось. А, вижу голые. Голую задницу вижу. Давай-ка моя хорошая. Давай, понимаете, тебе тяжело, у тебя там такая туша. Что за перестрелки? Что за перестрелки? Кто стреляет? Вау, какие-то перестрелки. Слушай, у меня появилась идея. Воу, бросай его, красуля, вперед, уходим, я взял его, нет, не взял, там перестрелка какая-то, но мою шляпу сбили, так, у меня упадок сил, смотри, у меня 50 кп, спокойно, моя хорошая, спокойно, мы уходим, понимаешь, там какие-то перестрелки, я пытался, знаешь, взять его с помощью лассо и протащить, а потом забрать, все, моя хорошая, все нормально. А вот эти олени очень быстрые. Они реально быстрые, я не могу их догнать. Не, перестрелки не мои. Я потерял шляпу. Сколько она стоила? 6 баксов. Ребята, с вас 6 баксов. 6 баксов с вас. Так, спокойно. А животное тоже устает. Давай. Я должен догнать это животное. Я должен его обуздать. Это олень. Рогатый олень. Оп. Поймал. Не, промахнулся. Артурчик, ты что ж ты промахиваешься? Можно, по идее, знаешь, ногой можно. Давай.
Так, мой конь, выносливость есть еще. Давай, давай, Красуля. Красуля, мы сможем. Тащи, тащи быстрее. А есть пока энергия. Сейчас поймаем. Слушай, ну меняет направление такое, знаешь, резко. Оп, поймал, поймал. Красуля, погоди. Красуля, стой на месте. Мы сейчас обуздаем это животное. Я рядом с городом, я охочусь, видишь как, рассвет. Сейчас пойдем продадим, купим новую себе шляпочку, освежить, взять тушку, нет, тушку мы не сможем взять, потому что нет места, место уже занято. Так, шкурку мы взяли, это среднее животное, погрузить, здорово. Кстати, шкурки я все продал, там, кажется, шкурки я еще не продавал. Они отдельно продаются? Вроде бы у мясника. Хотя мясник... Я еще, понимаешь, не знаю. Не знаю. Я еще изучаю РДР. Этот мир вместе с тобой изучаю. Это реальная жизнь. А рядом городок. Пойдем-ка в город снова. Я пробую продать эту большую шкурку наконец-то. Сапоги мы не купим. Я хочу, знаешь, принять ванну. Да, я хочу принять ванну наконец-то. А потянуть ножки. Так, 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 так. Вот, вот. Пришел мясник, пришел мясник. По идее ему шкурки продавать. Все, тормози, тормози. А, спускайся, Артурчик. Давай-ка, продадим ему вот эту дичь снять. Давай, прям мешок. Смотри какой. Смотри, какую плюху я тебе принес. Давай, Артурчик, продавай. А, продать. Продаем. Все продаем. У нас 4 куска мяса. Я все продаю, хорошо, я продаю все. Больше нечего продавать, больше ничего от животного не было. Я только одно животное поймал сейчас и... О, погоди, есть шкурки, дам. Шкурки мы продаем. Одна звезда, но это, конечно, дешево. 9 баксов, довольно, знаешь, неплохо. А, тоже продаем, шкурки, шкурки, все я продаю. Больше ничего нету, я все продал, Красуля, смотри, как обалденно. А, знаешь, это дикое животное, то есть лошадь дикая, но... У нас есть какое-то доверие. Доверие есть животным, это реально здорово. То есть можно зайти, знаешь, в конюшню и посмотреть, сколько стоит лошади. А ты что продаешь? Ты что продаешь или ты клянчишь? А, это у нас конюшня получается. И то есть можно глянуть, а какие есть лошадки. Давай-ка посмотрим. Если можно, конечно, это дело посмотреть. Да, можно посмотреть, конечно. Давай-ка зайдем и посмотрим. А, знаешь, мне нужно седло, потому что для моей Красули нет седла. А я смогу прикупить? Управлять своими лошадьми. Покупка лошадей. А, товары для лошадей. Управлять моими лошадьми. Ага. Пустое, пустое. А где моя Красуля? Погоди, а где моя Красуля? И здесь не показано, не будет. Купить. Купить лошадь. А где она здесь показана? Я хочу купить седло для своей Красули. А цена продажи 6 баксов. Это лошадь активна. И мне нужна сиделка. А, покупка лошадей. Сколько вообще стоит? О, обалдеть! 60 баксов стоит лошадка. Да дорого. 50 баксов самая дешевая. О, Красуля. Моя Красуля. А, мне нужно, знаешь, купить. Что-то грива у нее. Вот, черная же грива. А, продать. Формация. Уход. Нет, мне нужно. Седло уже есть, что ли, да? Все нормально? Все, седелка есть, да? А снаряжение, внешний вид. Что есть интересно? Седла. Вот они, кстати. А вот они, красивые. Для моей Красульки сейчас мы что-нибудь... А сколько стоит, кстати, все это дело? Обычно. Можно выбрать цвет, да? Вижу, цвет можно выбрать. Какой-нибудь, знаешь, такой золотистый. Смотри, как симпатично. Обычный пускай будет. Сколько? 51 бакс? Погоди, погоди. Я покупаю лошадь или седло? Я не понимаю. 70. 40. Седло так дорого стоит. А вы что, реально, что ли, ребята? Ну, дорого. Очень дорого. Приобретено. А все, смотри, приобретено. 40 баксов. Все нормально, смотри-ка. А цвет не будем менять. Все, выходим мы отсюда. Ну-ка, выходим полностью отсюда. Так. Ну, стой, Красуля. Смотри, Красуля. Здорово, бандит. Ну, что ты, бородач? Так, мы оставили, походу, эту лошадь и взяли такую же взамен. Смотри, Красуля намного вот это покрупнее. А дикая лошадь намного, знаешь,
Да такая же красивая, она стала еще красивее, моя красулька. Обалдеть, слушай. А знаешь, уже на этой ноте будем заканчивать. Мы купили себе, то есть, понимаешь, седло, все офигенно оформили. Теперь у нас есть кобыла наш, красулька версии 2.0. Обалденно. Мы в городе сможем охотиться, убивать, и, конечно, мне нужны патроны. А в следующей серии пойдем покупать патроны к нашему револьверу. А, и, конечно же, уже увидимся в новых сериях по РДР «Реальная жизнь». Спасибо, что смотрел до конца. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.